Всем большой привет! У меня большая радость. Приехали эквестрисы, из различных заказов. Вот я их так выняла уже. И давайте начнем. Это эквестрис от. Я так думаю, что от швертер, потому что бирочка похожа на швертер. И таки да. Открываем аккуратненько. Так, освобождаем нашу бирочку. И освобождаем нашу орхидею. Так, как бы так. Давно не снимала я распаковку, отвыкла уже от этого дела. Назаказывала я много разного. Много разных эквестрисов. И с нетерпением ждала, потому что давненько ничего эквестрисного у меня не появлялось. Так. И вот такая прелесть приехала. Вот так швертер для утепления дополнительно складывает пластиковый пакетик. Вот такая красота. И вот я увидела цветонос у красоты. Что это, беленькое на цветоносе? А, ничего страшного. Просто кусочки мха. Так, вот такая прелесть. Это швертер. Ставим. Так, я, честно говоря, с нетерпением жду. У меня в этом заказе есть нейтив. Мне в приходе этого заказа есть нейтив. Голая корневая, но все равно безумно шикарные фаленопсисы. И я прям в нетерпении. Итак, это у нас эквестрис от Shining. Вот такой, да, бирочка-улиточка. Да, это я. Так, и вон там тоже цветонос, походу, будет. О, он там еще и загнулся. Вот смотрите, цветонос обычно выглядит как такой остренький клювик. У него есть наконечник. Если он выглядит вот так, то это он там застрял и не выходит. Это согнутый цветоносик. Ну, посмотрим, может выйдет сам. Если нет, придется помочь. Корни. Корни хорошие, отличные корни. Сухой мох. Все супер. Ждет тебя пересадка. Кстати, не посмотрели. У швертера тоже посадка в этот раз. В мох, видимо, у них этот свежий импорт. Потому что обычно они пересаживают в кору. Так, а это пошли эквестрисы от Нейти. Ага, и это у нас не совсем эквестрис, это гибрид с его участием. Я просто не смогла удержаться, спасибо девчонкам, что его купили и предложили мне вот такой целебенсис эквестрис и линдени эквестрис. Очень интересный, очень красивый, шикарные листья. Ой, тут даже на цветоносике что-то живое осталось. Да, что-то да будет. Угу. И вот, вот, кстати, видите, вот он, закрутившийся цветонос, и иногда у него получается выйти в следующей пазухе, прорвать лист, но иногда не получается, и цветонос может внутри запреть. Какой удачный заказ, можно так показать. Так выглядит нормальный цветонос, так застрявший. А так застрявший цветонос может найти выход. Прелесть. Корни. Корни отличные. И так же, как и афродиты я получала. Вот так вот немножко мха. Пищевая пленка. Или упаковочная пленка. И сверху скотчем это все закреплено. Ух, ждут меня посадки. Так. Вот такая красотень дальше будет. Точно знаю, что красотень по-другому быть не может. Вот такая прелесть. Это тоже нейтив с засохшим цветоносом. Эквестрис трилип. Обещается фееричное фотоцветение. Посмотрим, насколько оно, скажем так, воплотится в реальности. Фото. Вот. Очень шикарный цветочек. Мне очень нравится. И вот такой у меня кустик. Очень рада его приходу. Ах, красота, красота.
Так. И последний. Вот такой вот пакетик. Там тоже эквестрис. Хоть у меня и много цирулейных, блулипов. И просто блу, но все это одно и то же. Я не смогла удержаться и пройти мимо. Я думаю, вы бы тоже не смогли. Ага, интрига. Сейчас покажу. Вот такой он огромный. Вот у него корней больше, чем он сам. Смотрите, обалденные растущие, абсолютно живые, шикарные. Вот я люблю вот такие, они приучены к просушке, к поливу. Не постоянно влажно, а все-таки они умеют пересыхать. И вот эта борода продолжается, и там тоже есть растущие. И стандартная упаковка от Native, немножко мха. И там аж два. Мама и детка. И цветонос. Цветонос уже начал засыхать. Он отцвел. Я увидела его на сайте у Native и просто не смогла удержаться. Очень приятный, красивый цвет. Кстати, еще один цветонос засохший. И, конечно же, меня поразил кустик. И вот эти вот корешищи. Вот такая у меня полная корзина. Полный лоточек радостей. Есть несколько редкостей. И я надеюсь, конечно, что те, которые просто эквестрисы, без каких-либо приписок, тоже порадуют меня интересными цветениями, которых у меня нету. Ну или у меня будут очень приятные дубли. На этом все. У меня уже чешутся руки. На самом деле, дораспаковывать, вынять из мха, это хорошенько все помыть. И на влажные корни, как я люблю, чтобы они не потрескались, не поломались, были более эластичными, конечно же, посадить и радоваться своим прекрасным приобретениям. Всем большое спасибо за просмотр. Всем спасибо, кто досмотрел видео до конца. В конце, как всегда, рекомендованные видео, ссылки на плейлисты и всякое разное. И заглядывайте обязательно в описание, там много интересных ссылочек. Ой! Пишите комментарии, это меня радость переполняет, я прям текст забываю, вернее, не успеваю его воспроизводить. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, делитесь этим видео с друзьями, и всем солнечных дней, пышных цветений, пока-пока!